Всем приветики, с вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие. Потому что сегодня у меня такой хороший, радостный день. Сегодня у нас с Винченцо 9 лет нашей свадьбы, которую мы отмечали в России. Не только отмечали, мы ее там сначала зарегистрировали, и потом только отмечали с нашими замечательными родными и близкими. А потом уже еще через 3 года еще одну свадьбу мы сделали уже в Италии, потому что необходимо нужно было подтвердить эту свадьбу, которую в России делали, так сказать, чертификату де матримонии, нужно было ее еще сделать еще и в Италии. Поэтому у нас сколько хочешь этих свадьб. Сегодня, в общем, первая, так сказать, свадьба, и сегодня 9 лет нашей свадьбы, как мы поженились. Есть такая история, как мы поженились в России, какие были приключения, как мы туда добирались на грузовике, дорогие мои. Это у меня есть отдельное видео, кто не видел, я оставлю ссылочку в описании. Кому интересно, посмотрите и послушайте. И сегодня мы решили отметить это дело, несмотря на то, что вторник. Пойдем в ресторан, сходила в парикмахерскую, сделала себе причесочку. И мы пойдем в ресторан отмечать нашу свадьбу, так сказать, нашу любовь. Аморе! Всем желаю амора, всем желаю счастья, радости, любви, мои дорогие. И потом вам покажу, как мы это дело отмечали. И вот мы уже готовы для похода в ресторан, чтобы отметить нашу годовщину. Я тут такая вся иду, вот в таком красивом канале. Мы выбрали ресторан, не буду говорить, как он называется, иначе меня снова заблокируют. В общем, очень он нам нравится, потому что возле такого канала, где проходят всякие разные кораблики, очень романтическое настроение, нам поставили вот такой вот. Мы практически первые пришли, не первые, но почти первые пришли. Поэтому можно было выбрать столик, который нам понравился. И сейчас мы уже ждем, когда нам что-то будет приносить. Конечно, очень все вкусно. Нам нравится не только потому, что он расположен так здорово. И мне нравятся белые скатерти там всегда. Нам принесли вот такую лампу, которую потом зажгли, когда уже потемнело. Ну и мы празднуем наш такой праздник, потому что все-таки 9 лет. Ну, это может быть не круглая дата, но все равно. Начинаем мы, как обычно, с закусок. Разные закусочки нам приносят. 6 видов. Все это замечательно свежее. Это вообще такой ресторанчик. Если кому надо, я потом индивидуально скажу, как он расположен, и поделюсь телефончиком и так далее. В общем, мне он очень нравится. Ну и немножечко, конечно, к рыбе, белое вино. Мы такие счастливые, немножечко пьяненькие. Конечно, очень это здорово. Ну и вот сейчас это уже первые блюда. Это картофельные ньокки, как они говорят. Это все с рыбой. Поэтому очень это вкусно. Народ уже потихонечку собрался. Но мы ни на кого внимания не обращаем, потому что у нас замечательный свой праздник. Конечно, это здорово и весело. Ну и, конечно же, вкусно. Ну а когда такое романтическое настроение, все хорошо. Тем более, что действительно мы прошли огни и воды, и медные трубы. Если кому интересно, я потом оставлю ссылочки в описании. Вот именно как мы ехали в Россию, как мы добирались, какие трудности пережили, чтобы потом наконец-то вот пожениться, потому что мы хотели остаться в России. Ну, немножечко поделюсь с вами панорамой этого замечательного ресторанчика, потому что, когда уже свет выключен, очень это все романтическое, и так здорово, и потому что погода замечательно хорошая, тем более, что возле канала немножечко ветерком обдувает, вообще это здорово, потому что вчера был действительно жаркий день. Сегодня немножко температура спала, но все равно лето, чувствуется лето, и, конечно, замечательно хорошее настроение. Настроение мы, как обычно, делаем сами себе. Ну, еще раз показываю вот эту вот такую атмосферу этого ресторана замечательно. Но мы, конечно, вынарядились все в белом, потому что вот нам зажгли лампу, и еще более романтическое настроение получилось. Сейчас нам уже принесли сладкие пирожные, тоже на выбор.
Очень это здорово и вкусно. Это вообще здорово. Короче, мы вчера, получилось так, что отметили сами, сами себе сделали праздник, отметили нашу 9-ю годовщину. Как я уже говорила, у нас еще в сентябре по-итальянскому, по-итальянскому свадьбе.